Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поручил втрое увеличить количество многоквартирных домов, перешедших на проведение собраний собственников в электронном виде. Сегодня их число относительно невелико – 223. Перевод собраний на новый формат является одной из важнейших задач, стоящих перед муниципалитетом. Цифровизация процесса сделает голосование не только доступнее для граждан, но и прозрачнее для контролирующих органов, подчеркнул глава.